Так. Так. Ничего не происходит. Это вот. О. Так. Но дальше все равно часы. Нажимать какие-то кнопки бесполезно, ничего не происходит. Будет хотя бы в этом видео, будет хронометраж, чтобы показать, сколь ужасно медленно оно все работает. Модель телевизора я там высылал. Какая-то, по-моему, 7-я серия, если мне память не изменяет. Или 6-я, может быть, не помню. В общем, есть там его обозначение. Эта версия программы тоже, в общем-то, известна. Вот показываются эти дебильные, ничего не обозначающие часики. Вот уже больше минуты у нас уже, да, этот идет ролик. Ничего у нас нету, кнопки никакие не работают. Какой идиот придумал часики? Почему нельзя было сделать нормальный прогресс-бар? О! Абракадабра была какая-то. Вот загрузилась, да? Ну что же, попробуем какие-нибудь кино, да, посмотреть. Кино. Нажимаем кнопочку. Так, вот кнопочку я уже нажал. Ну, не нажалось. Еще раз нажму. Так. Еще раз нажму. О! То есть, на самом деле кнопку я нажал 3 раза. Оно наконец-то среагировало. Опять дебильнейшие часики, которые ничего не показывают. Непонятно, что они показывают и зачем они тут. И все. Наверное, сейчас перезагрузится опять телевизор. Ну, посмотрим, подождем. Вот уже 2 минуты прошло с того момента, как я запустил приложение. Но пока что ничего, в общем-то. Да, интернет сейчас работает со скоростью 5 мегабит в секунду. То есть я его протестировал спид-тестом. То есть там чуть больше 5 мегабит показывает. Ну, там тарифный план на 6 мегабит. Но, в общем, показывает там 5 мегабит с небольшим. Ну, в принципе, до этого на этой скорости все нормально работало. Да и другие приложения все нормально работают. Так, ну что, ничего не происходит. Если кнопки жать, тут тоже ничего не будет. Я не буду сейчас нажимать кнопки для частоты эксперимента. Но если их нажимать, в общем-то, проверено, абсолютно ничего не происходит. Все, телевизор перезагрузился. Итак, 3 минуты и перезагрузка телевизора. Вот сейчас телевизор снова включается. Он возвращается в исходную. Вот. Так, 3 минуты издевательства. Такая вот удачная программа. А, ну это скайп. Ладно, скайп.